сегодня завтрака не было, без вас позавтракала. Вот. Зато вот я все-таки решила сходить, сводить себя и вас в зоопарк. Вот так что мы сейчас пока доедем. Пока доедем, через часик, возможно, как я и планировала, в 4 часа мы будем уже возле входа. Вот. По Дубль-Кису посмотрела, там какой-то был другой номер маршрутки. Вот. И я как бы хотела на нее сесть, а потом посмотрела, что это тоже едет. Я у него прям спросила, он говорит, да, еду. Прям до, ну, написано зоопарк. Я села и как бы надеюсь, что меня довезет до него. Вот. Очень надеюсь. Да, он сказал, что будет. Надеюсь, он меня не бросит. А еще я не взяла никакую кофту, а смотрю, там облака, смотрите, какие. Это опять black, как же они называются, карбы, так, как там, тучки, как обычно, как эти тучки называются, Лантернарчик, МГК, Ампайя. Так. Нет, я надеюсь, что дождя не будет. Я не посмотрела погоду, но если что, придется Клауд. Вот. Помню, что МакКлауд какой-то был. Это значит Black Cloud, но не Black, а получается нет. Это Dark Cloud. Вот. Все, у нас опять Dark Cloud. Спасибо, Скрих. Еще не поздоровалась, тоже привет. Алиска такая, она ни хрена не видит, пыталась сегодня чат сделать, но настроила такой алерт. Вот, больше ничего не сделала. А у меня вообще нормально, ничего не мешается на стриме, кроме... Ой, какая девушка. Ой, простите, я же тоже девушка. Я поняла, что тебе нравятся миниатюрные маленькие девочки. Супер маленькие. Ну, надеюсь, сегодня у нас в зоопарке будут куча маленьких девочек с маленькими попами. Вот. Мы все поснимаем. Go home? No. Go zoo. 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 Зоопарк. Наверное, у них говорится просто зоу. Наверное. Привет, Саш. А можно сдачу с 20? 21? Да, 1-1. Не знаю, Джеки, ну нравятся тебе такие, ну что? Ты же не любишь прям детей. Тебе нравятся миниатюрные маленькие девочки. Зоопарк, no dance today. Никакого dance. Не матерись, МДК. Да, в Киеве все почти по-русски говорят.
я думаю, даже процентов 70, прям 100% по-русски говорят, процентов 20 говорят на таком ломаном русский и украинский язык, ну, типа 50-50, а 10% чисто на украинском. Ну, это сколько я живу, это мое мнение, мое процентное соотношение. Вот. Суржик, да, точно, MGK. Не помогла вспомнить слово суржик. Суржики не балалки, если только когда балуюсь. Если честно, я бы сейчас вот немножко порассказывала, где я еду, но я понятия не имею, где я еду. Я очень плохо ориентируюсь в местности. Вот, MGK, тебе нравится вот эта девушка в розовом платье? Если да, то ты педофил. Если нет, то нет. Покажи заднее сиденье. Ой, это полный автобус. Ну вот, MGK, значит, ты не педофил, можешь расслабиться. Значит, тебе просто нравятся фигуры миниатюрные, а не девочки миниатюрные, прям маленькие совсем. Да, я решила сегодня кудряшки сделать, потому что платье у меня такое, посмотрите, платье. Я, короче, в платье, такая красивая. Вот. Правда, с черным рюкзаком, но у меня платье. Вы его помните, да? Я подумала, что раз уж платье, то можно одеть, ну, кудряшки сделать. Олеся, I love you, you forever. Будь, спасибо. Thank you. Нет, Скри, обычно я, если я запускаю стрим, то это все для вас. Ну, то есть для зрителей. Я мучаю, крашусь, вот, чтобы быть привлекательной на стриме. Вот, мы сегодня попробуем поэксплуатировать Дарью, если он, конечно, поддается эксплуатации. Вот, попробуем поэксплуатировать, чтобы он меня просто снимал. Обычно я делаю от первого лица, а тут мы ему просто вручим селфи-палку, и он будет снимать, как я трогаю животных. Вот. Он сам напросился, поэтому мы попробуем попользоваться маленько. Хоть бы его тут не было. Не делайте клипа, пожалуйста, а то он разозлится на меня и будет меня ненавидеть. Thank you, Латерарчик. Ну, потому что белый еще больше видно. Я подумала, что тут только черный подойдет. Привет, Даша. Как это меня удивило? Сам напросился, да ты его вчера чуть ли не силой заставила. Да нет. Просто он сколько раз говорит, типа, выйду, а сам не выходит. Но я уже и прям настояла. Я такая, я Олеська. По трафику на 3 часа должна ходить. Но с учетом того, что я сегодня в лесу еще стримила 1,5 часа. Я стримила, правда, в 420 экономе трафик. Ой, 480. Вот. И я думаю, что 2 часа мы стабильно с вами отстримим. А там посмотрим. Вот. Какой секс? С кем секс? Ой, ты мне выходи. Блин,
Подождите, ребята, сейчас гляну, где я еду, чтобы не пропустить. Мне нужно будет зайти в дубльки. Ой, мне не Wi-Fi нужно включить, а этот включить. GPS. Когда мы GPS включили. Привет. Ой, подождите, я все время смотрела. Подождите, кто сказал привет? Блин. Сейчас. Ой, Инсамни, привет. Хай-хай. Так. Так, мне нужно не пропустить, что это. А, я смотрела это. Я смотрела Google Keys. Короче, уже скоро выходить, кстати. Уже скоро выходить, сейчас через пару остановок. Нам надо не пропустить это. Спасибо. Так, чат у меня обновился, я ничего не видела, что вы там мне писали. Если что. Интерполк, хай. Это на что, Леся? Накинется? Ой, микрофон закрывай, простите. Insomnia. I'm very fine. All this. Thank you. Very fine. Очень хорошо. Very, very, very fine. У меня полный автобус уйти. Полный автобус. Так, если я тут, быстро пиши мне, потому что у меня чат, в чате пока ничего нет. Я перепугалась и раньше вышла, и мне теперь еще пешочком нужно идти. Что, пропала? Я не понимаю, почему я пропала. Эй, привет. Тут вечер очень будет, поэтому я буду сегодня очень лохматый стример. Вот, мало того, что я еще кучерявый стример, я еще и буду лохматый стример. А еще там есть парк, и мы можем пройтись по парку. Вот, смотрите, какой парк. Можем прям кружочек там дать, да? Сейчас мне только нужно палку стабилизатора одеть. Сейчас мы где-нибудь на лавочку пришпилимся. Спасибо. Спасибо. Пострел, спасибо. Главное, знаете, у меня на экране чат шел. А стрима не было, вы пишите. Ой, ГГ, что-то не вернулось там. А на самом деле-то я давно уже вернулась, просто стрим не запускался. Какого черта? Вот. Блин, я переживаю, что дождик будет. О, лавочка свободная. Сейчас мы пойдем на ту лавочку. За пивком? Какое пивко? Нет. Не, ничего я не пила там. Она так у меня в холодильнике стоит. Так, короче, сейчас присядем на лавочку, и я достану стабилизатор свой. Ой, а у меня, прикиньте, был открыт замок. Ой, блин, кажется, дождик. О, ноу. О, ноу. Блин, зацепился тут что-то. Сейчас. Так, сейчас я вас одену в свои. Будет все очень круто. Так, сейчас мы сделаем.
Так. О, нормально. Проверим. Раз, два. Так, все, закрываем рюкзачок. Привет, Коромысло. Ой. Кстати, я сегодня так обожгла пальчик по горячей тарелке, и меня аж волдырик вздулся тут на пальчике. Блин, плохо видно. Короче, вот тут. А так, так больно, прям так больно. Вот, щипает. Долго еще идти до зоопарка? Где-то, наверное, два, может быть, две остановки. Вот так. Ой, кто-то на меня так дедушка вылупился. Он так смотрит. Смотрите. Прям остановился и палит. Палит. Ну что за херня? Я тут скрываюсь от полиции, а она меня снимает. Пососать пальчик? Не, не надо. Да какую жопку ешь в платье, там ничего не видно. Дед в прошлом маньяк? Нет. Я думаю, что он это... Просто думает, что это за придурок с палкой идет и с телефоном разговаривает. Ой, что это крючок? Тоже люди. Так, парк достаточно длинненький тут, и я думаю, что я даже не пожалела, что я раньше вышла. Главное, чтобы дождик не начался. Мне не очень хочется, чтобы начался дождик, и я промокла, потому что у меня, правда, нету кофты с собой. Мы сейчас идем в зоопарк. У нас поход в зоопарк. Вот идем, идем, пока не дойдем. Вы будете... Что на ногах? Кеды? На ногах вот что. Сейчас. Вот такие вот штучки. Ля-ля-ля. Только черный рюкзак, я знаю, он не очень подходит к моему платью. Но я по-другому не могу. Мне очень нравятся рюкзаки. И я даже не знаю. Ну, можно, конечно, купить какой-нибудь белый женственный рюкзак. Но... Не, не очень. Мне и так норм. Вот, поэтому я буду с черным рюкзаком и в платье. Вот. Ладно, все. Хватит на меня смотреть. Я специально делала черный лифчик, чтобы черный рюкзак подходил. Все, отстаньте. Я подстраховалась. Без кепки не... Я и кепку взяла, кстати. Если будет, ну, солнце светит, я обязательно одену кепку, и мне пофигу, что я в платье. Вот. Нет, я одевала трусики черные, но они очень были просвечивались и некрасиво смотрелось. Ой, а вон, кажется, и наш зоопарк. Вон там, вон через дорогу. Или не он? Или он? Или это просто отдельный входик?
Мне кажется, чуть-чуть дальше вход в зоопарк. У тебя есть подруга, которую ты бы могла скормить тут? Нет, нету подруги. А что вы там удивляете? Я что-то не пойму. Я что-то пропустила, да, какое-то сообщение? Да, я на КПИ потерялась. Я тут была один раз. Ой, мне на плечо что-то капнуло. Я надеюсь, дождик всех отвадит от похода в зоопарк. И никто не пойдет в зоопарк, и я там буду одна. Так, идем дальше. Это тоже не вход. Камеру переключай, когда мужик... Хорошо, я буду переключать, я поняла вас. Ой, Томми. Блин, алерт большеват. Черт. Подождите. Ай. Я все сбила, я сбила. Подождите, нужно еще раз озвучить. Здравствуйте, Олеся. Сейчас я еще раз озвучу, подождите. Он должен еще раз быть. В лес? Блин, опять не в лес. Черт. Ладно. Томми, я сейчас все исправлю. Здравствуйте, Олеся. Выглядите шикарно. Спасибо, что вдохновляете и мотивируете своим позитивом. Hey, Funny Day. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за комплимент и за донат. Мне очень приятно. Спасибо. И не влезает алерт. Представляете, нужно все переделывать. Ну как так? Чинила. Ладно, сейчас все исправлю. Нужно просто дать мне одну минутку. Я попробую исправить, а с вас потом будет, как это называется, пробный, да? Ладно. Сейчас. Сейчас Леся все исправит. Мне нужно его сделать шире, потому что название не влезает. Вот так вот, и вот так вот. Так, нужно... Короче, либо я сейчас должна забайтить кого-то на пробный маленький микродонат, либо со следующим донатом проверим. И вот, Майлерт. Ой, все, мы вот тут, зоопарк, все, мы нашли. Ой, птичка. Птичка. А насчет того, что там циферки, это нужно исправить обновление Streamlabs. Оказывается, у меня Streamlabs упал, потому что... Вот это тест. Маленький! Мы ж договаривались, маленький, Илюша! Блин, зачем лайкай босса вызывать на проверку? Зато, видели, все влезло. Зато донат, молодец. Олеся, молодец. Вот, спасибо. Спасибо, Скри.
Ой, нормально работает, чё? Так, вот наш зоопарк. Теперь, чтобы к нему подойти, нужно идти вон туда и вон там обойти. Вот, мы сейчас туда пойдем. Смотрите, что там. Быки какие-то. Ой, там народище, ёшкин кот. О, крындец. Крындец. Да что-то с волосами у Леси. Да, Леся, она думала, что когда она накрутит волосы, они немножечко потом, ну, со временем на воздухе как бы упадут и будут легкие-легкие кучеряшки. А это, оказалось, блин, нихера они не упали. Вот, возможно, сейчас дождиком их размочит, и прическа у меня выровняется. Сейчас пока слишком много. А тебя предупреждали? Ой, о чем предупреждали? Кто предупреждал? Я посмотрела в правилах зоопарка. Не было о том, что нельзя снимать. Ой. Ты что, да хватит? Спасибо. Эх, не успел. Успел. Ты зато другой алерт проверил. Видишь, Скри через Donation Alerts донатит. Или это ты? Короче, у меня два алерта. Streamlabs и Donation Alerts. Так что вы оба мне проверили оба доната. Потому что вот это тоже нужно было проверить. Да? Or no? Спасибо. Спасибо большое. О, да кучеряшки-то уже распались. А были, знаете, вообще вот такие бугуди-бугуди. Прям вот тут вот так вот. Вот так были. А сейчас уже, видите, уже все. То есть к концу вечера у меня будет такая легкая-легкая маленькая волна. Блин, правда, я лохматый еще. Короче, я должна быть попрямее. Вот. Спасибо, Хоми Томми. Спасибо большое вам, ребят. Все, хватит. Не надо баловать Олеську. И то разбалуется Олеська. Горизонт завален, я не выровняла. Ой, нам помахали. Нам помахали. Прикольно. Лохматая волна, да. Опять циферки. Вот эти циферки уже, это точно от них не избавиться. Это после обновления я уже написала Streamlabs, отправила им скриншот этих циферок. Они что-то сломали с обновлением. И теперь это не только у меня, а у всех стримеров. Представляете? Вот. А с кем вы здороваетесь? Кто пришел? Я пропустила, ни хрена не вижу. Так, горизонт завален. Дурацкий горизонт. Сейчас мы этот горизонт будем выравнивать. И сейчас завален, да? Так, вы мне сказали вот так делать. О, обернулись. Я нормально. Мне кажется, горизонт лучше стал, нет? Так, а мне нужно еще телефон взять, потому что Дарья, наверное, мне будет звонить туда. Мы договаривались в 16:00. Вот, сейчас я достану телефон. Достану телефон. Ой, ой. Мой донат не пришел, хотя даже... Хорошо. Подожди, МДК, может, он придет? Так, сейчас. Все, я отписала, слышу, что я тут. А там пусть смотрит сам.
Ой, смотрите, а там KFC есть. Мужики никогда не смотрят на жопу, вы чё? А, мужики. Леся, не настраивай сейчас, пожалуйста, лучше не надо. Подождите, мужики донат кинул, а мне не пришло. Почему? Так же нечестно. А, потому что Хоми Томми и Скри отправляли через Streamlabs. А, видимо, Donation Alerts не хочет доходить. Вот что. Да? Нет, перекусывать мы не пойдем. Олеся уже покушала. Вот, блин, надеюсь, тут не пешеходный внутри переход, а сверху переходить надо. Блин, я не хочу с вами падать, если что. Иди направо. Зачем направо идти? А что там? Там парк какой-то. Я не хочу направо идти. Мне там нужно в зоопарк. Ой, я неправильно Киев написала. Блин, а я, прикиньте, с Google Translate просто сделала. Юр, хорошо. Сейчас поменяю. Ой, подождите. Ой, что происходит? Опять скинулась. Еще раз, подождите. Вот так вот нужно. Вот, зато ровно, зато видно теперь. Not lantern? Че это? Donation alert не работал. Вот он, гад, алерт. Спасибо за донат. Просто это, я не знаю, почему-то я, ну, я все привыкла вбивать в Google Translate, чтобы точно правильно написать. А он мне вот выдал вот эту, прикиньте. Поэтому, простите. Все, я меняла там название, подождите. Да что такое? Что это было опять? Эй, я все пропустила. Ничего не понимаю, что происходит. Я начинаю менять название, и у меня приходят донаты. Это вообще нормально? Еще раз. Миллион 100 101. Это что такое? Спасибо, Винтерскол. Спасибо, ребят, за донатики. Я не могу поменять название, потому что вы мне не донатите. Я не могу. Так. Сейчас пойду на своем втором телефоне менять. Оба варианта написания правильные. Ой, ну все, тогда я не буду. Блин, ребят, тут в пешеходном переходе. Придется нам стрим обрывать. Спасибо, Саш. Я не буду тогда заморачиваться. Так. Мне сейчас нужно спуститься вниз, чтобы перейти на ту сторону. И стрим может упасть. Я попрошу сейчас Сашу перевести это на английский, чтобы вы никуда не уходили. Хорошо? Тяночку вам найти красиво. Вот блондиночка. Ой, в беленьком, на брюнеточка нравится. Так. Или можно просто сказать I'll be back и все? Я быстро. Подожду, когда вы все появитесь. Thank you.
Да не страшно, это город. Просто у него бывают совковские районы, и это нормально. Да не голодная я, не хочу я пока ничего есть. Может быть, какой-нибудь коктейльчик возьму прям там. А может и тут. Вот, и все. Так, нужно где-то присесть. А есть тут где-нибудь, где присесть? Кафешки только. Что, тут реально нет лавочек? Такс. Короче, вот она я. Со мной все нормально. Я по пешеходу прошла, все отлично. Теперь мы должны встретиться где-то в начале тут с Дарьем. Ну, типа в самом начале. Я подойду к самому киевскому вот этому зоопарку и буду с вами там тусить. Собака у меня дома, зачем ей быть тут? Вот. Я, короче, я была в этом зоопарке лет 5 назад. И единственное, что мне там не понравилось, это отдел с птицами. Поэтому моя задача вам сегодня показать все интересное, что можно. Ой, подождите, я сейчас поставлю. Вот. И, скорее всего, птичек я вам не буду показывать. Но если останется время, ну, мы покажем вам птичек. Вот так вот. Так, сейчас. Ой, мошки какие-то. Если кто-то из Киева, вы можете прийти, присоединиться к нашему стриму. Но мне кажется, многим интересно просто участвовать в общении с чатом. Вот. Поэтому если интересно, конечно, можете присоединиться. Я тут буду до 6, а потом, скорее всего, я поеду домой, и сегодня больше стрима не будет. То есть сегодня у нас только стрим из зоопарка. Вот так вот. Алло. Ну, чё, ты где? Хорошо, я уже, если что, тут буду возле входа. Ты меня найдешь селфи-палкой, все. Ну, я буду тут сейчас уже подхожу просто и буду с этой черной штукой. Ты, короче, возле бизона? Хорошо, подойду к бизону. Давай. Все, Дарий сказал, подойдет к бизону. Мы идем к бизону. Вот. Но имейте в виду, для тех, кто хочет встретиться со стримером, что это будет встреча, в которой стример будет уделять больше времени чату, чем человеку. Поэтому Дарью, скорее всего, не понравится. Может быть, он скажет, я больше никогда не буду встречаться. Лучше в чате я пообщаюсь, потому что там больше общения. Ой, я нормальная. Так, короче, приходи в зоопарк. Куча всяких людей, которые хотят навариться на людях. Змеюк продают всяких, всякие фентифлюшки, вот. Хотят, чтобы я купила какую-то херню китайскую и просто-напросто выложила за это кучу бабла. И это плохо. Бизон – это название местной пивнушки? Нет, бизон – это бизон там. Сейчас я к бизону подойду и вам покажу, что такое бизон. Олеся, не надо, придет она с кузнецом, придет. Каким кузнецом? Нет, имеется в виду, я провожу стримы, и мне, конечно, интересно пообщаться с человеком, но
моя основная задача – это вести стрим. Вот. Поэтому... Может, мороженку, может быть, и мороженку. Я хочу что-нибудь выпить купить. Просто буду идти и пить. И бухать. Классика же. Ну, блин, не знаю классику, Саш, прости. Главное, донатик? Нет. Главное, внимание, ребят. Вот, знаете, когда я вижу, что нас 400 человек на стриме, у меня просто душа радуется. Когда вижу 600, она еще больше радуется. Если я вижу 1000, я обосрусь отчасти. Ну, серьезно, мне вот... Ну, конечно, донаты — это хорошо. Каждый донат, знаете, музыка играет, донат. И у меня такой в голове сразу дом такой, кирпичик прорисовывается. Вот. Ну, в смысле, донаты приближают меня к своей мечте. Но самое главное цель вот в данный момент стрима — это же пообщаться, вот показать людям, побыть такой, знаете, звездой эфира, типа того. Так, это не Бизон, это у нас львы. А, вон он, Бизон. Короче, там должен быть у нас Дарью. Он как-то на последнем стриме сказал, что он маленький, рыжий, прыщавый. Поэтому ищем маленького, рыжего и прыщавого человека возле Бизона. Прикиньте, девка окажется. Ну, вообще охеренно будет. Не, если девка, конечно, круто будет. Но вряд ли девка, потому что у него был мужской голос. О, смотрите, здесь телочек много. Вот. А это не он сидит вон там? Но он вон в этом, в спортивке какой-то. Ну ладно, мы встанем возле Бизона. Нет, если бы он, это был бы он, он бы подорвался и понял, что я тут стример. Вот. И где? Он сказал через 2 минуты. Он не пунктуальный, ребята. Вообще не пунктуальный. Так нечестно обманывать стримеров. Он меня обманул. Он сказал, будет возле Бизона, ему идти 2 минуты. Ну нет, он сказал, что это... Ну, он ушутил, наверное, но это все не важно. Главное, что он Киев лучше знает, чем я, блин. И он постоянно помогал это... объяснял, как проехать и что вообще мы проезжаем. Бизон, ты одинок. Сейчас пиццу привезут, не уходи, спасибо. Я уже в это не поверю. Интересно, кому они будут подходить? Девушка со стрим-палкой? Люди какие-то некрасивые все ходят. Это вы просто красиво стримера пересмотрели, и вам кажется, что все люди некрасивые. Ха-ха-ха, как я себя люблю, да? Вот. Так, Диггер, спасибо. Я уже хочу в зоопарк. Что-нибудь, может быть, пока его ждем, купим что-нибудь повыпить? Или там купим, зайдем повыпить. Мы договорились, что он билеты покупает, а я это, кофе покупаю. Вот так вот. Олеся не СВЧ? Нет, я не СВЧ. Нет, ребят. Я не СВЧ. Ну, чуть-чуть, ладно. Я чуть-чуть СВЧ. Знаете, на пол волны такой, микроволновой. Прикольно. Кофе дороже билетов, да, ну? Может быть, он, правда, в зоопарке ждет меня возле Бизона? Засранец. Понятно, почему он тогда не приехал? Потому что он приехал к часу ночи, блин. Все, жду 5 минут, покупаю билеты и иду. А он пускай приходит со своими другими билетами. Просто обидно, он купил через интернет билеты, если я сейчас еще 3-й куплю. Ой, мне кто-то звонит. Алло. Алло. Ну да, я же сказала, тут кроме... Как бы ты меня мог не узнать, а?
Хорошо. Да тебя уже 500 раз видели, так что я им уже тебя тыкала. Все, я переключила камеру на себя. Все, он уже подходит и попросил камеру... А, это не он, нет, он только сейчас проходит. Ой, привет! Спокойно. Я не снимаю тебя. Мы не будем здороваться за руку? Нет. Хорошо. Короче, Дарья не любит тактильность. Это хорошо. Это мне мячик. Давай не снимай, хорошо? Да? А мы сейчас зайдем, и я отдам тебе, хорошо? Смотрите, он сам предложил, чтобы поносить. Я его хотела поэксплуатировать, а он решил поэксплуатировать себя сам. Похож на меня? Наверное. А у нас это типа нужно в кассу можно не подходить, да? Я только что на. Хорошо. Держи сзади. Хорошо, пойду сзади ходить. Так, сейчас я прибавлю света немножко в камеру, чтобы видеть, что вы мне пишете. Прикольный такой. Он, походу, маньяк. Он просто боится, что его милиция... Не-не, не про тебя. Он боится, что его милиция просто найдет, понятно? Вот. Мертали, привет. Серьезный поход на видео, да? Да, первый раз тут. Надо на всю жизнь запомнить. Да, конечно. Это так онлайн-билетик. Да, как он здесь. Да, бумажки да. Лежит? Бумажки? Карта. А надо, да? Не знаю. А, да, давай возьмем, чтобы это потом смотреть, куда идти. Просто там есть лес типа птиц, и я бы не хотела в лес птиц попадать. Так. Ты размахиваешь эту штуку, как ружьем. Да. А ты знаешь, как на меня люди все смотрят? Вот так вот, что я со стволом иду. Сейчас всех расстреляю. Я террорист. Так, мы взяли карту, чтобы не попасть к птицам. Ну, я, конечно, говорила, я попаду к птицам, если только время останется. Я птиц не очень люблю. Мне главное больших животных увидеть и погладить зебру какую-нибудь. Нет, не зебру. Оленя. Там лось есть. Короче, олень и лось – это моя самая главная цель. А еще тут волк, которого я как-то гладила давным-давно. Я через палец, через две клетки засунула его палец и почесала ему брюшко. Скрина тебя обиделся, он сказал, что он хотел тебя увидеть. Он сказал, приезжает, так вопросов. Нечестно. Он же из Москвы. Его проблема. Скри, твоя проблема, что ты не увидишь. Так, все. Сейчас нужно купить что-то выпить, и мы пойдем дальше. Тигров хотим видеть? Да, конечно, всех увидим. Тем более, видите, меня с огромной стримопалкой это пропустили, еще норм. Вот. Сейчас я переключу. Все, я переключила на фронт. Тебе интересно чат читать, да? Нет? А тебе интересно? Мне ты нужно... Ты так редко его читаешь? Не, мне типа... Ну, я же типа стример, я должна общаться с чатом. Поэтому, если будет интересно что-то... Как сказать? Есть там какое-то сообщение, которое нужно будет слышать, ты можешь прочитать. А, привет! Я попробую. Ой, давай. Сейчас мы будем решать, куда идти. У нас целая карта. Правила. Мы видели правила... Ой, крокодилы, тигры. Вот, короче, в 9-11 зона самое то, что нужно. Пойдем отсюда. Слоник есть? Тут реально есть слоны? Не уверен. Посмотрим. Короче, говорят, что тут слон есть, но это, походу, брехня, поэтому мы сейчас пойдем вот прямо... Мы поищем посюда. Слона. Да, мы пойдем посюда. Обычно начинают... Ну, короче, вот сюда, налево. Обычно начинают вот с этой стороны, но здесь у нас почему-то ремонт и забор, видишь? Ой, не пойдем туда тогда. Там озеро было и птицы. Ну, вот, птицы... И дальше там жвачные животные. А, жвачные? Да. Так, нужно обязательно купить что-нибудь попить. Ай... Вода, кофе, коктейль, я думаю, секундочку. Что... Так, Лантер Ланчер, привет. Я плохо вижу, я не знаю, как резко различает. Да? Очень тяжело. Тут, короче, видишь,
Да ладно, дай прочитать. Аккуратно, не под, под колеса не попади. Очень тяжеловато, я еще не настроилась, чтобы на беленьких буковках было видно. Но... Ники, короче... не видно. Короче, ребята, всем привет. Вот так, кто там? А мы ничего не взяли попить-то. А ну, что именно ты хочешь попить? Ну что, знаешь, типа идешь такая, ну устала, водички? Ну, можно водички. Можно. Дать водички. Я хотела коктейль какой-нибудь взять, типа, ну, типа просто подуть вот так. Ну, пока, наверное, может там по пути еще будет, чтобы с ними доскаться. Сейчас пить не хочется. Все, я хочу влево. Я хочу влево, за паровозиком. Выходим. Что это такое? Кафешка. Нет, кто-то орёт. А. О, боже мой. Так, а что это тут у нас? Какая-то сова. Ушастая сова. Ушастая сова? Ищи. Должна быть. Вон она сидит и не спит. Тут нельзя заходить за заборчик. Да, да. Вот на самом верху, вот там где-то под крышей. Да, да, вон там она. Так, сова неинтересно. Посмотрите. Ладно. Олеська, если потеряешься, ты держи шарик повыше, я увижу. Хорошо, я могу привязать его сюда к рюкзаку. Отлично. Ты можешь на втором телефоне открыть чатик и читать сама. Да? А, хорошая идея, кстати. Отличная идея. Слушай, ты вообще молодец. Сейчас я чатик достану, ребят. МЖК, из каких из ваших? Дадут ли они мне временный пакет? Ой, дали на один день, походу. Я вообще забила на этот телефон и ничего не подключила. Меня вообще слышно? Мне нужно... Рестрим. Сейчас. Так, я уже открываю, ребят. Чат. Читать буду. Ой, пароль нужно вводить. А что у меня тут не авто... О, все. А где мой чат? Чат, быстрей! Последняя попытка. Ладно, пошли, сейчас я попробую. А дай я что-нибудь ему. Можно? Да. Ой, как я вовремя пришла. Видок, спасибо за подписку. Ой, как ты дождь пошел? Что такое? Сейчас стоим, сейчас идем. Да, пойдем. Олеся подбирает пароль к своему интернету, поэтому стоим. Да, да.
пытаюсь открыть чат, чтобы вас читать. Пойди найди еще того павлина. Вон, есть один. Нашел? Двое. Вон, дальше. Блин, хочу хвосты раскрыли, чтобы. Я видела на Бали и на Шри-Ланке павлинов. Я не думала, что они там водятся. В Индии их много. На Шри-Ланке, я думаю, тоже попадаются иногда. Они там, главное, ходят просто по улицам, как курицы какие-то. У них курицы ходят по улицам просто так. Олеся, ты помнишь? Тебя не слышно, если ты далеко. А, не, не помню. О, даже дома? Да. Нет, тут. Ты уже дома. За бассейном слона нема, другие жирафы нема. Да, выходим, это рысь. Они обманули. Она спит. Если нет, то и поднимать можно. Вон, вон, вдалеке, видишь? Вон. Я ее не вижу. На ящик залезла. Вон на ящике. Видите? Да. Блин, она даже наша мама очень далеко. Тут не зазумить никак? Не, никак не зазумить. Стекло замазано. Угу. Короче, вон там. Вон. Да, 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 да. Вот. Прям под пальцем. Это Шагар Тайла. А если отсюда? А можно такое? Ребят, вы у меня сейчас вот будете. No reflection, lantern, archer. На том мусорнике, на черном таком. Пошли. А с той стороны нельзя? I'm not reflecting in mirrors. Там что-то есть. Какой типичный кот? Это рысь. Это как семейство, хотел сказать, обезьян, блин. Это ж как коты, котики. Она смотрит на нас. Ой, а тут некуда идти. Ай. А что там было? Не знаю. Стройка. Это у кого там банда дома есть? О, ну, мячик. Ну, ой, ладно. Шарик. Ой, извините. Пойдем обратно. Кто вампир? А, свидание, конечно. Размечтали. Мое свидание будет в Париже. Или где? Где лучше? Ну, да, там неплохо. Там, это, там вот на Днепре, там в ресторанчике. Чупакабра? Нет, вряд ли тут есть чупакабра. Так, дальше. Ой, тут еда есть. Яблоки, правда? О, они не спелые еще, да? Не, а эти зелененькие. Можно прийти было чуть попозже, когда случилось. Ух ты, а тут что?
Ой, тут пудры. Это, по-моему, из которых шьют шубы. Неандатры? Вон она. Да и вон тоже. Какая огромная! Вон, смотри! Ребят, какая огромная штука! Охренеть, какие большие! Почему трогать нельзя? А вон еще одна. Кусаются. Они кусаются? Не, ну блин, как поросенок маленький, глянь. А вон, смотри. Это маленькая, пойдем. Смотри, тут такая жирная, маленькая. Поросюшка такая. Смешная такая. Сейчас. Прикольно такое, такая классная. Папа, подними мне листочек дерева. Все, пойдем. Блин, а хвост как у крысы. Смотри, хвостяра прям крысячая. Давай еще покажем. Не-не-не, она потом придет. Так, кто это? Давай сейчас покажем, кто это. Вот кто это? Это капибара. Это капибара, блин. Нет, это нутрия. А капибара вторая, наверное, была. А, капибара без хвоста. Да, мы снимали, значит, нутрию. А капибара где? Где? Нет капибара. А у них, кажется, груши есть. Это... И тут яблоки. Так, дикобраз. А где они, по-моему, где дикобраз? В яме, скорее всего. А, нет, дикобраз. Дикобраз, походу, роет подков, чтобы вылезти отсюда. Смотри, две ямы целые вырыл. А может, уже и вышел. Вот там, в дальнем конце, яма. Короче, вылез дикобраз. Блин, смотри, как он-то валяется в корзинке. Такие лапочки. Енотик, да? Смотри, какой енотик. Капец, они даже больше, чем кошки. Я думала, мы не маленькие, типа, и длинненькие. Блин, какие милые. Я хочу себе енота. Енота, так она с подушки, да? Да, енот. Енота. А они настоящие? Да. И серые. Их два. Много-то. Раз, два, три, четыре. Пять. Их пять. Пять ты нашел. Зайчики богатые енотики. Да, его на еноты звать. Да. О, он и с хвостиком. Мне больше нравится енот корзинки. Они же мясо едят, он что-то какое-то мясо разочаровывает. Да? Какой-то котлету ест там. Да. Кажется, он мясо ест. Алло. Похоже. Кто искусственный енот? А, мы сюда мамка вперед прошли до енота. Мне кажется, он мясо ест. Сапрёжа. Все, пойдем. Сидите, не там вас забрали. Мама, кажется, воды налила. Они что, любят плюхаться в воде? Да вроде бобры любят. А почему еноты полоскуны называют полоскунами? Полоскать же любят. А воды нет, чтобы полоскать. Прям как у тебя. У меня уже есть вода. Отлично. Это еще один момент, да? Это их разделение, там типа девочки и мальчики. А мы там не заглянем. Угу.
Ну, там на ящик залезли. Их не видно. А зачем им яблоки кидают? А, это просто падают яблоки? И они их погрызут или нет? Какой на Лесю похож, э? Это батька тоже была моя мечта? Да. Инджики, действительно, нужна вода, чтобы полоскать. Идем искать. Идем. Я знаю, что слоны вот там вот в самом конце. И там же вольер с обезьянами. Да, и центральный вольер с тиграми и львами. Но я не уверен, что там осталось еще их достаточно много. Ага. Они могут сидеть внутри, Ветер, мы их просто, я просто не увидим. Я сейчас вижу, вы у меня все тут. Окей? Так, где же наш... О, а там что такое, мы были? Там какой-то странный. Тебе... Какой рог у нее. Ты кто? Большелапая. Какая-то индюшка, да? Это индюшка? Я обещала тигра поцеловать. Это, кажется, вряд ли у меня получится. Ребята, это индюшка? Если это индюшка, то я теперь буду, не буду есть индюшек. Ой, это страус. Это же страус, да, не индюшка. Индюшки маленькие, а страусы большие. Все. Да хватит, я не как маленький ребенок. Я нормальная взрослая женщина. Сейчас пиво возьму, чтобы не было по ассоциации. Никуда. Или водку для убедительности. Пиво кажется слишком быстро. Коляску с ребенком. Ой, нет, я лучше водку. Аккуратно, шарик. Так, а тут мы были или не были? О, не были, тут киска. Это лисовый кот. Это лисовый вместо кукушки. Кот. Вместо кукушки? Ну да, как в часах, видишь, вверху сидит. Не, ну кот неинтересный. Кот как кот, конечно, у него белые усы, он большой. Но котов много везде, да? Там если что-то будут писать, ты читай, потому что я вообще ничего не вижу. Это тоже на енотика похоже, но это... Что это, давайте. Насуха. Ребята, это насуха. Это которая пауков... Ой, этих муравьев ест, нет? У него нос, как большая билибаба болтается. Прикольно, видите, носом так заворачивает. Такой смешной. Это видно, ребят, вы видите, как он носом заворачивает? Мне, походу, нужно прям вот... Тут должно быть видно. Он далековато. Кто-нибудь видит, как он носом делает? Блин, дошло. Все? Да. Вот, пиши.
Ух ты! Блин, как красиво им все сделали, да? Если когда-нибудь у меня будет свой дом, я сделаю такой вольер, и у меня там будут жить все животные, которые захочу. Все-все? Ну, которые нравятся. Лучше сразу ковчег строить. Да, я бы с удовольствием ковчег построила. Но а потом бы всех людей утопила, да? Блин, какая классная идея! Ой, я это вслух сказала? Так, Не, утопить не получится. Где столько воды возьму? Нужно придумать ядерную бомбу, которая не заденет мой ковчег. Непростая задача. Ладно, не всех людей. Как потом он плодится? А он все знает, как плодится и размножаться. И а там много... что? Мы заходили с этой стороны, нет? А тут что-то есть? Мне кажется, это вход плохо. А, нет, там что-то крепко. Тут отдельно есть такие помещения с серпентариями там. Насекомые и... Не-не-не. Здравствуйте, ага. Вот прям открыли тебе. А чё не тук-тук? Пустите. Ну ладно. Никого. Красивый декорация, мне нравится. Какие донаты, Адайсер? Там донаты будут не нужны. Там будет уже и свой дом. Ты представляешь? Будет весь мир мой. Мне какой дом понравится, тот я и заберу. Хотя, если я буду ядерную бомбу взрывать, то домов не останется. Нужно придумать яд, который вдыхаешь и просто умираешь. Тогда дома останутся целы, я могу выбрать дом, который мне нравится. Целуется, смотрите! Целуется, такие прям... А чё сразу перестали, когда мы подошли? Стесняются. Ты их шариком закрыла, отражается. Ой. А вот такие попугаи же разговаривают вроде. Если научить, да. Агрессор никого не трогал? Не, они не разговаривают, они только орут. Я помню, допустим. Ой, а там какие-то еще петухи и курицы внизу. Они такие интересные. Они как рыбы. Петух это как рыба. Они интересные, скучные животные. Ну, хотя я бы все равно потискала. Если бы мне дали потискать, мне бы хоть кого не дали потискать. Я бы и змею потискала, и курицу потискала бы. Вот эти точно разговаривают. Если их научить, они разговаривают. Беленькие. Окрестно. Я имею в виду, что они интересны настолько же, как рыба. Если гавайскую пиццу заказывают, то только без пива. Потому что пиво у меня до сих пор холодильник. Как у тебя рука не устает так вот по 5 часов таскать? Если устала, я могу забрать. Ты вот почему не устает. Я понял. Так, тут пусто. Куда пойдем? А можно еще на колесо обозрения, да, залезть? Я бы покаталась. Можно наоборот. Вот прямо залезть? В смысле, ну, покататься на колесе обозрения. Обозрение, плюс в чат. Я жду, когда вы сделаете плюс в чат, чтобы я поняла, хотите ли
ли вы? Потому что я пойду, но мне придется вас тут оставить. А так вы пойдете со мной на колесо воды. Мы пойдем, залезем либо в тигру, либо в леопарда. Остальные неинтересные качельки. Да, либо тигр, либо леопард. Другого не надо. Тут онлайн маленький, кстати, вообще. Я думаю, в воскресенье будет. Ребята, вы слышали? Онлайн маленький. Позовите друзей, что ли. Не надо, я про сюда. Ой, плюсики пошли. Плюс, минус? Агрессор, ты не хочешь на колесе обозрения кататься? Тогда тебе придется удалиться со стрима временно. О, много плюсиков. Все, я покатаю вас. Маленькие попугайчики. Неинтересно. Почему всех попугайчиков... Куда-то отсюда смотреть. Поместили в одну попугайскую ферму. Вот там... Да. Почему такая лохматая? Хоть бы дождь пошел, мне прическу прибрал. Стекло отражается. Ты внизу постоишь с ним, но я-то возьму чат с собой. Поэтому если он сделает свою трансляцию, вот тогда и стой с ним. А вот там цвет, смотри, прям там разноцветный. И синий, и розовый, вот и зеленый какой-то весь. Он попугай. Реально как попугай, да? А не зря же так называют, тут попугай разоделась, да? Потому что все цвета. Белые цвета. О, Аленка пришла. Алена, привет. Я тебе потом отвечу. Ты мне что-то написала, но я не читала. Рюкзак не тяжелый, не отдам. Я хочу лося. И хочу волка. Но волк был в самом начале. Или его перенесли, или его убили, гада. Потому что его нет. Он был в самом начале, я помню, заходишь, и я первого вообще животного, кого потрогала пальчиком, это был волк. Почему нет волка? Так, где наша карта? Я его спрятала. Сейчас мы посмотрим. Где тут колесо обозрения? А где тут колесо обозрения? Я ни хрена не вижу. Почему они не отметили самую главную точку, огромную на этой карте? Слушай, я даже не знаю. Вот мы рысев прошли. Вот, короче, дальше нужно идти. Там гориллы будут или вы. И крокодилы вроде, да? Я пойдем посмотрим. Дело в том, что очень долгое время этот зоопарк пытались закрыть. Серьезно? Разными способами. Да. Зачем? И... Зачем? Да. Было время, когда земля в Киеве была очень дорогая. И на ней можно было влепить штук так 20-16 этажек. А место здесь практически в самом центре. Слушай, я слышала эту историю прямо тогда, когда я еще ходила 5 лет назад. Что это было такое? Вот, и многих животных тут потеряли в то время. Некоторых потравили. А некоторые просто сдохли из-за того, что были условия не очень хорошие. О, слон, там все-таки есть слон, смотрите, бегемот, слон, жираф, все, нам туда. Бегемот, слон и жираф, слон. Это большая львица. Львица, лев, смотрите, лев, блин. Блин, какие они огромные! Вот еще одна! Ух ты! Не, ну та вообще жирная. Она беременная, что ли? Смотри, как развалилась. Просто фитнесом не занимается. Фитнесом не занимается? Думаешь... Бодипозитивно, что сразу жирно? Ой, не ходит! Вот, смотри, 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 внизу!
блин, видно или не видно вам? Ну что-то там видно. Львица ходит. Какие они все мертвые, МЖК, они все живые. Блин, пойдем поближе к той львице. Они уже смену отработали, не такие уж они живые. Я имела с собой принесла. Хочешь руку дам, только встать. Интересно, за какое бы время они меня бы разодрали, если бы я туда упала? Очень быстро. Были случаи. Да? Вот здесь прям были, в этом зоопарке? Да. Ну, по-моему, не посетителя, а работника вольера. Он там забыл клетку закрыть и задрал его вольер. Ой, она так лапкой, так вот по бетончику, так вон, да, он и потом лапкой так по бетончику, так вот я хряб-хряб. А лев спит, походу. Он вообще закрыл глаза и такой... Мне кажется, это глава семейства, он думает, зачем я прожрал эту жизнь? И он что такой красивый, видел? Капец. С утра до они вечера, сытые, как да. Белка в колесе, чтобы прокормить вот этих вот. Да, Лен, я тоже думаю, что лев троих. Очень важный. Не, я прям поближе, Саша, подниму на руку. Подивись на нее. Что бишь, он не видит? Она, наверное, там? Очень не видно. Она правда беременна? Да посмотри на ее живот. Серьезно? Посмотри, как она жирная. Она беременная. Ребята, беременна львица. Ну, она не может ее так обкормить. Это ж, посмотри вот на него, какой у него худые яйца там торчат. И какая она живот огромный. Отлично. Ну, посмотри, как вывалил. Он по-любому хорошо поработал над ней. Он должен как-то развлекаться, правда? Так ни херна, у него тут три самки. Здесь заняться больше нечем. Блин, красиво. Мне вот, не знаю, мне нравится прям на них наблюдать. Вот я бы тут осталась, прям бы посидела бы. Почему они злые и кусаются? Почему нельзя просто подойти и вот так обнять его, шерстку так ему пошерудить? Почему сразу есть людей? Это обидно. Вот так вот поедешь. Тебе нужно было в дрессировщик идти. Ну, ты знаешь, я нашла в этом в зоопарк вот этот, типа, на сайт зоопарк. И там были вакансии. И там была вакансия, типа, уборщица, а еще было, типа, ну, доглядович какой-то там за животными. Смотритель. Короче, смотритель за. Вот. Правда, зарплата вообще 5500, очень низкая. Я не знаю, за какое время, но мне думаю, я даже бесплатно, наверное, пошла бы работать смотрителем за животными. Я бы смотрела только за большими. Я бы сказала, мне не птицы, пожалуйста, мне что-нибудь по большими животными бы смотрела. Я бы одела просто экипировку, знаешь, которые... Рой. Ой, он по-английски написал, мой алерт озвучился. А ты знаешь, что он написал? Привет, Алиса, мне нравится. Пропала. Hello, also you like zoos a lot. Very cool to see wild animals. But I wanted to be you and your friends a meeting to drink or have an ice cream have. Пишет, хочет купить. Funky pop your тебе, great stream is in here so we can translate this donation message. И все, да? Продолжай стримить. Я уверен, кто-нибудь прочитает это сообщение. Ну, да. Ну, так и произошло. Все, кто-то прочитал. У меня тут, оказывается, классный переводчик есть. Рой, поверни на меня. Рой, привет! Спасибо тебе большое за донат. Мы сейчас пойдем и купим себе выпить. Только не сейчас, а мы сейчас типа обойдем. Мы уже хотели покупать выпить. Но Олесь, попить. Да. В общем... А Олесе выпить. Я буду... Я куплю выпить. I buy drink. Вот. Да? Нормально так сказать? Вполне. Да? Все. Спасибо. А еще классное... I like animals, big animals. I like lions. Вот. Кинуть бы в нее что-нибудь, чтобы она встала, блин. Хоть бы разъевнула, не знаю. Ну все. Пошли. My favorite animals. Да, это лев. Так, это тут должен быть еще слон.
Я думала, слонов нет. Я сегодня запостила ВКонтакте. Слон в этом же вольере, только с той стороны. На противоположной стороне. Которые падали жрут же, да? И противно смеются. Но это в мультиках же столько. Да. Какая гиена классная. Она такая напуганная, как будто она сейчас только что сбежала от тигра. Гиенка. Такая хорошенькая. Вот кажется добрая. Посмотри на ее глаза. А, ты, наверное, не увидишь. Ты смотришь. Ты посмотри на ее зубки при случае. Не знаю. Она падаль жрет. Она мне они не очень будет миленько улыбаются. Так. Вот так. Красивая гиена. Я думала, вы страшные и облезлые. Но, видимо, в зоопарке их за ними хорошо ухаживают. Гиена. Одна? Ой, чат-то не смотрю. Да. Других нет. Это прическа такая. Кто я такая прическа? Опухшая стала? Ну, капец. Я опухшая, да? Так. А где лес? Лев? Так, идем дальше. Она одна? Ей может быть скучно? Может быть, она одинокая гиена? И по делам. Почему? Они стаи. Я видела, гиены нападают типа стаями. Смотри, как вот эта дорога лежит. Там что-нибудь там забор. Можно проверить. Но обезьянник примерно там и должен где-то был быть когда-то. А вот там дальше должны быть жирафы. Тигр. Это тигр. Ну, в смысле, он такой волосатый? Тигр. Ну, конечно, хоть кто-то ходит, а не лежит. Его не видно. Это я увидела. Вон. Какой классный! Ребят, вы видите? Они стаями нападают на любых животных. Угу. Да, это мне шарик, потому что я могу потеряться. Time ок. Hey, you, we got a tiger. Мой брат тигр. Эй, тигр. Бенгальский, иди сюда. Ой, Рой, это не сосна. Рой, Рой, спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Спасибо за subscriber. Subscription. Саби. Нормально. Блин, он давно на заходит и только сейчас подписал. Куда пошел? Правильно, смотри, закрыто, закрыто. Вот так вот. А нефиг, тут люди к тебе пришли смотреть. Пошли в ту сторону. О, можно сейчас купаться, полить? Будет так, я наелась. Смотри, идиот к нам. Ой, боже, какие лапки! Как я его хочу погладить! Капец! Такой красивый! Тигр голодный? Вот, наверное, если я сейчас к нему упаду, он меня съест, да? Или просто ножку одну покушать? Как думаешь, он бы лучше... Половину съест, половину на завтра оставит. Ну, думаю, много половины, не влезу. Я думала, что он бы выбрал, ногу или руку? Мне кажется, ногу бы съел. Классно такой ходит, такой важный. О, он туда-сюда ходит, он прям, смотри, типа, говорит, пофоткайте меня, поснимайте, я попозирую вам. Пойдет налево, песни заводит, направо сказки говорит. Thank you, and it's my pleasure. Ну, с удовольствием. Спасибо. Он домой хочет, но там закрыто. Он такой тыкнулся носом, блин, закрыто, и возвращается обратно. О, а еще я думала, когда я хочу завести тигра, я думала, не, я не заведу, потому что его нужно мясом кормить. Я же веган, мне же жалко будет коров убивать. Ради. Может, он с друзьями договорился, а его не выпускают. А он просто пароль не знает. Он говорит, ему говорят пароль, он говорит, блин, не помню.
ну, типа, знаешь, когда на какие-то закрытые вечеринки заходят, там требуют... Угу. Смотри, прям скрим, вас не может зайти. Начальник, начальничек. Я не хочу, чтобы меня съели, я хочу погладить кого-то. Здесь есть контактный зоопарк, по крайней мере, был, но здесь? Там домашние животные. Небольшой вольер, и там... О, было бы козы, здорово. Маленькие поросята, знаешь, вот такие вот. Ух ты, остались или их тоже отравили? Не знаю. Нет, их могли просто... Это не ценные животные, их могли просто там отдать кому-нибудь на корм. Вот ему, например. Да, они же кот, наверное, поросят. Конечно. Так, ты говоришь, там, возможно, слон будет, да? Мы идем в том направлении, да. Да нельзя. Пантера отсюда раздал. Да, да, да. Лежит, смотри, какой язык огромный. Мне кажется, он худоват, да? Да. Худоват, недокармливают тигрушу. А тигру не докладывают мясо. А потому что все беременной самки отдают там. Оператора погладь, а потом говорят, да не погладить надо, а покормить. Ты сыт? Ну, в смысле, ты поел, прежде чем поехать? Да, я не голоден. Я вот тоже поел. Классный тигр. Самое классное, вообще, я думаю, что когда-нибудь во время своих путешествий, которых я планирую в будущем 500 миллионов штук, я думаю, что найдется хотя бы один контактный тигр, чтобы его можно было прям обнять, потискать. Я не знаю, пусть у него будет зубов там не будет, пусть он будет под наркотиками. Но ты знаешь, таких желание. Довольно много. Вот я прям... Они в виде шкуры продаются, их можно потискать. Не, ну это вообще не то. А здесь уже никого нет. А кто был? Тигр тоже. Видимо, их разделили. А вон он спит. Наверху. Это ленивый тигр. Он не отрабатывает свой корм. Угу. Вот он должен быть худым, вот да? Вот там вот. Валяется. Агрессор, не продолжай про шкуры. Да. С той стороны там ближе будет. Но это довольно далеко обходить. Вот с этой стороны ближе. Ладно. Позже? Вот кружочек дойдем, круг сделаем. Хорошо. Жирафы длинные, как мой мячик. Жирафов когда-то было трое. А их нельзя даже гладить. Но они же безобидные. Гладить их нельзя. Я бы не сказал, что они безобидные. Они в силу своего роста могут тебя просто не заметить. Наступить на ногу, как минимум. Эй, отрабатывай свою еду. Тигр, ты хочешь широкую или ногу мою? Ничего не хочет, понятно. Пошли. У нас в Новосибирске, откуда я там родом, рядом город Новосибирск, у нас там вообще самый большой зоопарк, тоже считается, огромный зоопарк. Не знаю, насчет по всей России или нет, но там есть большой зоопарк. И там вот в таком огромном вольере белые медведи. И обычно, когда жара, они все лежат, умирают. Но я вспоминаю, что вот... И рассказывали, что там маленькая девочка 6 лет упала, и ее там белые медведи помучили немножко. А тут крокодилы? Маленькая девочка хотела к умке. А попала маленькая, к ее родителям. Маленькая тупая девочка. Тут просто коряга плавает. Агрессор в жопе нет. Много жира. Ему нужно мясо, а не жир. Понимаешь? Поэтому я предлагаю ногу. Мне кажется, в ноге больше будет мяса, чем жир. Может, он не любит жирное. 2500 немного. Привет, стрим. Че? 2500. Да, такое нормально. Если он стримит в нормальном стабильном качестве, но просто иногда бывает, сам как будто Киевстар берет, обрывает. Слушай, а тут дропы не показывают? Нет, обычно чат говорит. А, либо... кстати, ребята, действительно обрывает, но только по часу. У тебя интернет каждый час сбрасывает соединение. Да.
Зачем? Если вот ты это видела, делать? У тебя все записи по часу. Да, я заметила. Короче, мы смотрим, как плавает тигр. Tiger swimming. Интересно, они трусятся, как собаки, или так высоко? А сейчас посмотрим. Пройдем, наблюдаем, да? За тигром. Мне кажется, трусятся. Я видела, потому что у них даже фот есть в интернете. А его за деревом не видно. Сейчас мы будем наблюдать, потрусится ли или не потрусится. Ребят, если я нечаянно кого-то заблокирую, то я нечаянно. Я тут бывает пальцами нажимаю на чат и что попало делаю. Он пошел теперь в ту сторону купаться. Он хочет всем показать себя. Может, он 100-метровку пытается проплыть. Коты не трусятся? Да ладно. Ой, Рой. Yes, tiger swimming. I know English. Красавец. Вот так вот. Ух ты! Давай потрусься! А мы слоумо сделаем. Прикольно, он прям плавать любит, что ли? Nice English. Тебя с той стороны не слышно. Не слышно? Подойди лучше к микрофону. Я забыла, я всегда разговариваю тут с чатом, а оказывается, меня ни хрена не слышно. Я же тут с телефоном своим разговариваю. Ну, такой колесик себе поглядеть. Вот такой. За хвост бы подергать так. Блин, какой крутой, скажи же. Да куда ты? А, вот так он вниз опускай просто. Вниз. Его выравнивать нужно, он потом нормально опускается. Я хочу, чтобы он потрусился. Блин, у него такие классные лапки. Может, он вылезет и будет потом лапой умываться. Олеся, не навернись туда. Да ну, не навернись. Такой классный. Олеся, teach me Russian. I teach Олеся English. No, Russian language very hard. Трусится, у кого шерсть густая, говорят. Короче, он опять пошел круг делать. Его что, надрессировали, чтобы он тут позировался? Там жираф, и если повезет, то слон. 100% должен быть слон. Потому что у нас факт. В этом нарисован слон в нашем. Один здесь уже благополучно умер? Да. А почему? Это было достаточно давно. Разные были версии, никто так толком не сказал, что произошло. Сырка у тигра. Это реально прям. У всех четверых, я бы сказал, день сурка. Нет, просто он делает прям зациклено одно и то же. Все, пойдем. Посмотрели. Ой, а вот тут как раз что-то, наверное, эти нормальные животные, да, такие маленькие. Нет? Пойдем посмотрим. Так, сейчас еще вот сюда посмотрим и туда, да? Волчица Герда. Ты хотела? А? Волчица Герда должна быть. Ищи. Да волк! Аккуратно! Позирует. Да. Под самой стенкой. Да. Саш, я вообще не представляю себя в загородном пространстве. Я настолько люблю куда-то бегать, ходить, что я бы, наверное, съела бы сама себя. Ну ладно, не съела бы. Деревянный тренажер, видишь, наверху. Слушай, правда, чтобы скучно не было. Это как для нас надувная кукла. Почему вы хотите заблокировать? Не, ну глянь.
видите, что я делаю, ребят? Я нечаянно тыкаю вот так руками и... Нажми отмену. Получается у меня вот так. Я не хочу блокировать никого. Так, сейчас сходим туда. Там мое любимое место, там прям джунгли. Сюда нельзя заходить на коньках, представляешь? Что это нельзя на коньках? На коньках сюда заезжать и на велосипеде. А так хотелось, правда? Да, вот такой я себе хочу дома, короче. Когда у меня будет дом, у меня будет обязательно всякая такая херня. Я насажу туда всяких пальм, и тут... А кто тут? Тут просто красота? Слушай, а где ты смотришь, когда стрим падает? Где показывает? А, есть связь? Нет, тут вот пишет 4G, оп, и нету. Ну, то есть оно пропадает. И вот тут палочки, типа, они иногда мигать начинают. А еще вот они пишут. Обычно, когда все, они пишут, я вижу. Стример должен читать чат, хорошо. Здесь, а здесь только деревья? Стример читает чат. Здесь, по-моему, тут рыбы плавают только внизу, и все. Какие-то рыбы. Маленькая, а если на розовое платье отражается в стекле и не видно змеюка, вот так видно. Рыба как петух, да, агрессор, ты все помнишь. Да, и это у него, судя по всему, инфракрасная лампа, чтобы он не мерз. Это анаконда, а не питон. Ребята, это анаконда. Ой, это он такой кривой или как? Или ты его старый? Ну-ка, если ровно держать. А. Они как будто замерли, и это как будто не живые. Стали так и стоят. Сурикаты? Блин, они не двигаются прям. У них по спине целыми днями так стоят. Ты, они не... Интернет плохой. Пойдем. Опять писать, минус пишут, стрим, что упал, да? Ну да, тут, походу, интернетик плюх. Сейчас посмотрим. Все должно быть нормально. Я тогда сейчас, наверное, да, действительно, сменю настройки. Если он еще раз упадет, то мы будем просто пониже качества стримить. Что тут у нас? Битрейт? Что там? 1500? 1600? А, ребят, мы вернулись или не вернулись? 2500 пишет вверху. Нет, пока сейчас свой. Так нет. Оно после этого. Будет после обновления. Когда стрим еще раз упадет. Тут попа осла, но елы-палы. Вернулась. Отлично. Все, пошлите дальше. Пошлите козочка. Ты козочка, да? Но мы стаканчик лезем. Это овца. Это овца? Конечно. Не дам, я другим.
таким косточкам потом дам. Дай лапу. Лапу даешь? Нет? Ты лапу даешь? Нет? Ты лапу даешь? Пошли. Пошли за еще помощь. Ой, это уже. Это другие косточки. Это уже там те, кто плохо себя вел. Куда? Привет. Вот это коза. Привет, козочка. Тенёсик такой. Она не кататься не можно, да? Что, мы что-нибудь слышали сделать? Какая большая. Не хочешь. А я еще этого типа не понимаю. А морковь? Ему, короче, морковь нравится. Можешь ушки пожать? Бабайка? Все. Бабайка? Пошла. Пошла. Здравствуйте. Ты что такой наглый, да? Ты жопа наглая. А, тоже забираешь я, да? А не хочешь? Даня, уже все, уже пойдем. Он меня стаканчик упустил. Не дам стаканчик тебе. Смотри, что он сделал со стаканчиком. Ты, что такое нагл? Что такое нагл? Не дам тебе стаканчик. Я хочу по второму. Смотри, какой большой, рогатый. Донки. Ты наглая, кто она там? Овца. О, у меня все руки пошли. У них такие губы. Это, такие губы. Вот сними поближе. Вот, как руку, короче, снимай, прям близко. Смотрите, какие губы. Губы прям. Оба-ля. Ом-ном. Ом-ном-ном-ном. Ой. Ом-ном-ном-ном-ном. Мама, так помоги. Си-с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 и. Ты клёшный, ты клёшный. Всё, пошли. Четыре раза. Вот петухи заказывали. Я себе
Я тоже крысячий хвост. Смотри, какой крысячий хвост. Да. Ну и там сколько внутри. Это из них тоже шубы шьют, да? И шапки. Ребят, не покупайте натуральные шубы из шапки. Бедные внутри, они же... Это живьем. Аисты. Ой, шарик. Вода цветет. Вода цветет, прогревается очень сильно, и водоросли. А как они это чистят? Никак. Пипец. Ой, кажется, я тут могу палиться. Смотри, черепашки. Ой, они дерутся, да, или целуются, непонятно. Эй! Кто вы там, выдры? Это выдра? О, выдру можно попробовать. Привет, ты пальцы откусываешь? Это прям в лапки берет. Видите, какая колесенькая. Ты как колесенька, ты как колесенька, 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 на. Хотя у меня пластырь есть с собой. Суй пальцы. Да? Ничего не бойся. О, ну все, тогда могу сувать. Блин, зачем в воду срать? Смотри, сколько какашек в воде. Не друзья они ему. Не друзья. Такой лапа. О, черепаха берется. Ой, смотри, там прям утки, черепахи всякие, селезни. Сейчас скоро я буду чат читать. Подождите. Мне нужно просто руки вытереть потом от всех этих паразитов. Прикинь, купается в своих какашках. Пистит, какает и там купается. Вообще это нормально? Я ничего не понимаю, что они туда какают? А какие у них варианты? Там какать, где убирают. Ну, блин. Ой, ослика хочу еще. Хочу ослика. Пойдем на ослика. Пошли, ослика. А у меня, смотри, штука. Ой, кролик. Кролик. Кроль, привет. Черный кролик. Большой кроль, открывай. Ты знаешь, мне кажется, у него морковки вполне достаточно. Вообще, и хлеба кто-то... Твоя капустка ему совершенно не пригодится. Ты меня вообще понимаешь? У них такие острые зубы, я знаю. Надеюсь, у тебя реакция очень медленная, чтобы я пальцы убрала. Будешь мою еду? Вот это так! Эй, тебя тут поглажу! Ну что ты не даешь? Ася клювик, Ася клювик, Ася клювик там потрогал. Потрогал. А ты будешь? Она прежде чем спит, это хвостом внизу. А, ты тут щипнул, говорит, уйди, это моя еда. Прикольно. Ладно, доедай. Да ладно, все, не буду больше доедать. Это не ловушка, правда. Все, она больше не доверяет людям. А ты доверяешь людям? Иди, иди. Надо осторожно ходить. Нет. Не доверяет. Ну все, значит, не будешь больше со стаканчиком.
А тут кролики, Егор, снизу зайки. Егор, давай. Ну что, где-то присесть и попить. Вот там есть лавка. Или... Воду будешь? Ищи. Худоба – это животное. Худоба. Ну, как будто... Украинская худоба. А как по-русски? По-русски животное, ну, домашнее животное, худоба. Я поняла. Потому что просто животное – это тварины. Угу. А типа домашнее животное – это да. Худоба? Все, я поняла. Ну, они действительно не классный. Очень упитанные. Да, класс. Это класс. Крутой. Видишь, а этих кормить нельзя. Угу. Они на диете, может, на особо? Может быть. Это як должен быть, да? Или это тоже худоба? Ого, жопа голая! Удивительно. Главное, хвост такой лохматый, а жопа голая. А где-то там еще была лошадь Пржевальского. Кстати, о времени. Ты следишь за временем? До 6 работает зоопарк. А у нас еще слоны и жирафы. Блин, в натуре, а. Может... Ладно, сейчас тогда руки вытру и пойдем. Потому что я могу просто дать воды. Да не, я... Ее можно пить на ходу. Нормально. Потом тогда после этого. Еще у меня есть груша. Хочешь? Что? Груша. Груша? Ой, я даже не знаю теперь, как я могу от этого отказаться. Сейчас. Нет, наверное, груша тоже потом. Или какая? Маленькая груша или большая? Такая. Большая, да? Маленькая будет, наверное, сильно. Вот большую тяжело. Так. Показать? Да нет. Спасибо. Ладно. Так, все, я возвращаюсь в чат. Что там Киевстар блочит? Да не в штанах у него груша, а в рюкзаке, наверное. Покажи, все теперь хотят увидеть. Так, ребят, у нас осталось полчаса на то, чтобы посмотреть оставшихся животных. Нужно фотить. По той стороне, там да? Жирафы и слоны. Да, пошли. Должны жираф, быть. Это основное. Еще я хочу оленя или лося. Ой, лися. Оленя или лося. Все, а после зоопарка мы пойдем
пойдем. А что там за кафешка? Саш, мы не успеем просто в нее зайти. Мы лучше просто, когда зоопарк закроется, мы пойдем просто посидим где-нибудь и попьем. Тут рядом парк Пушкина есть. Парк, это по которому я, наверное, шла сюда. Я вышла раньше на две остановки и пешочком шла по правой стороне вот так вот. Если по правой, то это был парк КПИ. Это был парк КПИ. А это по сторону зоопарка, напротив как раз. Здесь два. Один КПИ и по другую сторону парк Пушкина. Я прям, получается, напротив зоопарка была. Пони или лошади? Пони. Читает. А это лошадь. Это, кажется, пони либо маленькая лошадь? Это пони. Это пони обе, да? Какая красивая белая пони. Пони, кони. Вот почему их-то нельзя трогать? Почему нельзя? Вот они еще кусаются, я не пойму. Ну, потому что если этих нельзя, можно, то почему вот тех вот нельзя? И начнется дальше. Это батушечка. Ну и плюс были случаи, когда вот этих вот животных травили. Просто подкидывали корм какой-то. Слушай, это вообще, это больше вероятность. Вот, а породы здесь достаточно ценные. Это не козы, которых можно... Рой, скажи, что мы опаздываем, зоопарк скоро закроется, поэтому будем пить после зоопарка. Zoo is closing in a few minutes. In a half hour. Рой. And we want to see more animals at this time. You understand, Рой? Как тебе Дарий? Опиши его. Пойдемте опишем лучше жирафа. Он просто не хочет, чтобы его видели, а я думаю... Отличное сравнение. Описывать его, он будет смущаться. Вот. Нет, описывать можно. Описывать можно? Да. Не, я стесняюсь только описывать при человеке. Я лучше за глаза. Можно? Не вопрос. Я когда тебя не будет на стриме, я тебя побуждаю. Все расскажешь. Да. Всю правду. А вот в глаза я слабый человек. Как они воняют? Да. Не, ну, у меня у тети кожа. И они примерно так же воняют, и я уже привыкла. Ой, как красиво. А тут, помню, раньше кошка была вот эта вот. Слушайте, с усиками. Там есть здоровенная какая-то... О, выдра какая-то, ага, смотрите. Ну, кто прямо это? К стеклу тут вряд ли нельзя, я одной ногой заступил. Но... А кто это такая? Это как вначале мы видели, да? Да. Это капибары какие-то. Только здоровенная, мутант такой. Оп. Стесняется писать на жирафа в глаза. Все, без. Дарья, не бойся, покажи. Не бритый с пеной на губах, инфа 100%. Муравьед, говорят, это и капибара. Альпака. Чудо чернобыльской крысы. Это вы про меня, что ли? Ух ты, а это кто? Боже, она такая, как будто умирает. Это что за убожище вообще? Знаешь, похоже на какую-то антилопку маленькую, знаешь, такую. Только сиротинушку. Такая... Да, как будто ее не кормили и убили постоянно. Самый большой грызун в мире, сказали там. Это лама, походу? Вот та вот на ламу похожа. Ламы а это должны кто? Быть белые и... В общем, это какая-то печальная совсем. Смотри, лама, вот если это... Какой-то. Она... Нет, тут сосна австралийская. Я думал, что уже без головы. Бэмби – это лама. Вот, короче, ребята говорят, что это лама. Но посмотрите, какая она убитая лама, как будто Бэмби ее убивали. Это маленький олень с мягкими рожками. Это не они. Да? Да. Тут нету мягких рожек, ребят. Дальше где-то должен быть такой. Такой верблюжонок, ага. Вряд ли это верблюжонок. О, вот что это. Нет, не оно. Аккуратно. Акация. Ой. Сейчас лопнет, да? Можешь. Монтаж китайский. Вот так стекла, по-любому, будет все отражаться, никто нам не видит. Я вообще никого не вижу. А, вон что-то мелкое бегает. В углу. Угу. Где мои жирафы? А, вот тут, кажется, жираф сейчас будет. Тут пустыня. Сейчас сюда посмотрю.
Сайгаки, что ли? Кукуруза пахнет, ты слышишь? Угу. Блин. А я думаю, что-то знакомый запах кукурузы не знал. Так. Ребята, там продают вареную кукурузу, и она так пахнет. Ее с маслицем и с солью сверху посыпать. Я не голодная. Я не голодная. Я вот смотрю животных. Я пришла в зоопарк. А там зебра! Ух ты! Так, все, эти неинтересны, у них рог нету. Я люблю рогатых. А вот что пахнет. Да. Ты по... Нет, я бью, а ты забираешь. Да, найдем еще. О, все, мы на жирафу проснулись. А это что, это ваша черепаха? Я хочу жирафу. Жирафа. Вот, она не жирафа. Блин, ну ни хрена себе ограждение от них. Это чтобы жирафа не отравили по-любому. Этих жирафов было трое. Трое? Да. Ой, смотри, они хотят друг друга любить. Они хотят друг друга вместе быть. Их в 2003 году привезли из берлинского зоопарка. Там что? Купили. Забрали, в смысле, он не отравился и не умер? Нет, их привезли втроем. Эту акцию спонсировал Киевстар. И дал им идиотские названия. Одного звали Дежус, а второго Эс и Бейс. Это имена рекламные были. И он платил им 3 года, по-моему, за рекламную акцию. Их кормили. А потом вот. Перестали кормить? Нет, потом они просто отказались от этой акции. И один, по-моему, в вольере там повредил шею и погиб. У них, говорят, мягкие рога. Я потрогала. У этих? Да. Прикольно. Я никогда жирафа не трогала. Да мне кажется, я, может, только один раз в жизни жирафа и видела. Я когда-то... Приезжал, их фотографировал, когда их привезли. Да? Ну, близко и, прям? Якцию. Нет, вот примерно с такого же расстояния. Они были совсем молодые. Еще такие подростки. Ну, почему их вместе нельзя? Посмотри, они прям хотят друг другу. Им и так одиноко. Может, быть. Это братья. Их типа случать нельзя, да? Может, не так поймут. Я не заглядывал, в детали не вникал. Ты знаешь, что у жирафов есть гортанный возвратный нерв, который длиной 4 метра. Он из мозга опускается по всей шее, а потом возвращается обратно. Нет. Это нерв, который управляет мышцами гортани, иннервирует гортань. И вот от мозга до гортани вот такое расстояние. Но вместо этого нерв идет вниз, там заворачивается, поднимается вверх. До 4 метров. Вот такая вот неоптимальная конструкция. Ого. У людей тоже так, только длина чуть-чуть поменьше. А зебра там была, да? Вот там могла быть зебра. Вот там. Считается, что люди когда-то были рыбами, и вот тогда этот нерв шел по прямой, потому что у рыб нет шеи. А потом у животных начала постепенно вырастать шея, а нерв остался на том месте, на котором был. Теперь он проходит по довольно замысловатому пути. Ладно, забей. Вот здесь вот должны были быть слоны. Вот. И тут нету слонов. Ну, видишь, вот эти вот брусья металлические, вот там вот где-то. Нас обманули, ребят, были. Нет слонов. Давай пройдем, ну люди там чего-то толпятся, может и есть. Я вижу, что я не вижу. Да, глянь, у них на копытцах такие носочки. Полосатые.
не дотянусь. Там подивимся еще землю, да? И пойдем до слоника. Вот солнцем чем плохо, он засвечивает часть картинки. Ничего не видно. Крокодилы были там, где нет было интернета. Там был же крокодил? Один маленький, несчастный. Один маленький был, несчастный. О, зебры! Наконец-то зебры! Зебры! А что вы к нам попой? Повернитесь, лапки мои. Вообще очень интересно. Зебры, лошади, там, вот парнокопытные все, они так похожи друг на друга. И почему они вот так прям вот такой окрас именно, ну, яркий, различающийся, вообще непонятно. Должны же они чем-то отличаться. Вектор, что ты меня зовешь? Привет. Где дискриминация? Давайте я в чатике пока поотвечаю. Стример не матерится, вам кажется. Я же не матерюсь. Я не слышал. Вот, я тоже не слышала. Значит, не было. Какая попа, как у Олеськи? У меня не полосатая вообще-то. Мужской хобот? У слона? Не знаю. Видела, наверное. Пойдем. Пойдем. Классная тема. Ой, кажется, они такой поближе. Смотри, как за кустом тянется вообще. Не может достать. Они уже все у себя поели и все есть. Вот, листья. У них там еще хватает листьев. Где? Ну вот там, возле того стороны. Кажется, там никакой вкусный. Да, конечно, за забором всегда вкуснее. Блин, у него такие глаза грустные. Ой, кто-то писит. Это зебра писит. И не только. Мы не будем это показывать, да? Почему? Можно показать. А вторая нюхает. Ага, вот так вот. Это та же или это вторая? Нет, это вторая. Подошла, понюхала и решила, что ей тоже было бы неплохо. О, вот он, кажется, где туалет. Сейчас пойду пописаю. Видишь, это не то, что эти андатры или нутрии, которые там... В свою бассейн писают. Да. У этих есть строго отведенное место, как раз вот перед зрителями. Так, ребята, горилл еще просят успеть показать. Слон! Где? Вот. А ты видишь его? Конечно, и ты увидишь. Ух ты, его сложно не заметить. Ребята, нас не обманули! Слон! Ух ты! Лоб чешет. Как круто! Вот это... Они такие классные! Я помню, когда их трогала, это было просто самый... Элефант, да? Это же элефант? Все, я вспомнила. Когда их трогала, у них такие хоботки были, вроде жесткие, ну, то есть кожа жесткая, но в то же время она была такая живая и мягкая. А нормальный у него зонтик такой, да? Где? Вот, посередине загородки. А, прикольно, кстати, не заметила его. Грибок от солнца. А дальше вот там такая изогнутая труба и висит веревка. Там то ли корм подвешивают, чтобы он хоботом доставал, ага, то ли он тянет за эту веревку и вода оттуда льется, вот я не знаю. Я когда была на Бали, их кормили ровно каждый там, ну, в 12 у них прокормка и в 6. Да, и они сами приходили, типа, вся стая вообще гуляла где-то по парку и ровно в это время приходила. То есть они как будто часовые пояса свои знают. Да, МДК, я трогала хоботки слоника. Жека, мне некуда слона держать. Вот когда у меня будет свой большой дом с большой-большой местностью, тогда и будет. А каталась на слоне? Да. Круто. А еще они мне делали, знаешь, как, типа, ты катаешься, мы заходили в речку. И хобот вот так на голову закидывают. Да, они типа команду дают, этот хобот тебе херакс, и все, ты в воде, короче, вот. Там солнце, а
Да, походу слон один. Хотя это вообще стадное животное, мне кажется, он очень несчастлив, то, что он один. Прикольно, мне очень нравится. Мне кажется, слоны очень добрые. Они просто ненавидят людей, как и я. Большую часть времени. Иногда их накрывают. Что это? Иногда у слонов портится настроение. А, они агрессивные. Да, да. Это когда перед месячным, как у девушек. Вот даже хуже. Ого! Я думала, хуже этого не может быть. Ну ты дей, мне... Она не мешает тебе, поверни. Ну все, пошли. Почему он подросток? Маленький еще? Не, я, конечно, небольшой. Казалось, на Соне он был чуть больше и такой, знаешь, более такой помятый. Вот. А этот такой гладенький. Возможно, и правда молодой слон. Почему хохлослон? Что за прикол? Олеся, что тебе люди делают, что ты их ненавидишь? Они мусорят, убивают животных и засоряют природу. Вот. Я люблю людей, которые ведут нормальный образ жизни и добрых людей. Добрые люди никогда не будут убивать животных, чтобы сожрать его. Немножко, когда очень голодный то. Это выход с территории, если я не ошибаюсь. Подожди, а где наши эти обезьяны? Вот там. Там? Скорее всего. Пойдем искать. Ну, ты можешь заглянуть, конечно, но, по-моему... У обезьян возле вольеров висит табличка. Нужно спросить у кого-то. Обережно, мавпы кидаются лайном. Кем кидаются? Мавпы кидаются лайном. А что такое лайном? Говно. А, прикольно. Мне кажется, но для тех, кто сейчас... украинский не понимает, предупреждение не действует. А, ну да, ну да. Подожди, сейчас мы посмотрим по карте. Мне кажется, мы по карте сможем определиться, где слон... И там... Что потеряла? Карту. Да, слон самый последний. Вот мы прошли вот этих. Походу вот тут, да, обезьянки? Нам туда. Нам нужно вернуться чуть-чуть назад. Мы сейчас вот тут в углу, походу. Угу. Вернуться назад и налево. Пошли тогда вот так обойдем. Вот сюда пойдем. Или вот сюда пойдем. Можно тогда, в принципе, вот сюда сейчас пойти. Вот мы сейчас по этой дороге. В угол? А что там? Там, по-моему, ничего не будет. Вот сейчас вот тут, мне кажется, на перекрестке. Как бы мы там в забор не уперлись. Да? Ну, попробуем. Индийский слон. Он так и стоит, да? А это не два? Нет, здесь только один. Ой, Лянь, вода пошла. Ух ты, его поливают. Нравится, да? Думаю, да. По такой-то жаре стоять целый день. У него здесь, конечно, есть лужа, но какая-то она совсем не очень, да? Смотри, он делает. Ой, он себя поливает. Лужу, да, набирает в хобот и поливает себя. Ноги моет. Ага. Ух ты, он себя вливает. Тут дерево, ну, я пройду. Так хотя бы. Он в чате пишет, что он говорил про воду, типа он попрошайничал, чтобы его полили. А. Да ребенок какой-то пердит. Ух ты, какой классный. Мокрый слон. Смотри, а у него как у этого, ну, рога есть. Ой, эти, как это? Бивни. Луки. Бивни, да. Только маленькие. Угу.
Прикольно. А что он морает себе хобот? Куда он подходит? Он к нам идет. Он к нам идет. А знаешь, как по-украински будет слоненок? Нет. Слоненя. Слоненя? Слоненя. Ты слоненя маленькая. Ой, какой классный, он к нам подошел. Ой, такой классный. Вот это мы удачно сюда подошли. Ой, так тяжело спускается. Ой, тяжело, тяжело. Что-то видно. Elephant swimming. Swimming elephant. Вот там намалеваны слоники. Прикольно, если он нас обрызгает. Думаешь? Мне бы это понравилось. А тебе, походу, нет. Давайте, ждите, ждите. Одни уши торчат. Ого, они могут унести. Они могут. Так, могут. Смотрите, как он купается, да? Да. Да. Ты хочешь, чтобы он поплескался в воде? Мам, я хочу. Мам, ему не просто сделать это с его весом. Не, имеется в виду, поплюхал себя, ну, носиком, хоботком. Бабуля, у меня там глубоко. Вода здесь грязновато. Ага. Я бы не стал такой хобот набирать. Ничего не говори. Жалко так его. Но знаешь, с одной стороны, как ему постоянно чистить это? На солнце, в грязи, он же сам сюда грязь вот, ну, таскает. Это нужна проточная речка, чтобы он всегда в чистоте был. Да. Шо? Марго, шо? Он что-то пытался хобот, кажется, поднять. И ударил его. Не хочу. О, брызгает. Проходите. Он как будто хоботом бьется об бетонную плиту. Егор! Он там я смотрю, Ой, как он залез, он блин, мы к обезьянам не успеем. Пойдем все-таки. Он, конечно, клевый. А там еще кто-то плавает за забором. Угу. Представляешь, сколько народу пришло на слона посмотреть. А отсюда что-то видно? Мне в где бегемот? Нет, понятно, давай что-то вон. Смотри, вот он. Хиппо. Он борется с палкой. Там видно? Так, чуть выше. О, вот так вот. Он тут... Тащит куда-то. Как будто жертву. Я знаю, что бегемоты вообще самые такие коварные злые. Они а кто вообще... сильнее, слон или бегемот? Мне кажется, пасть сильнее у бегемота, а сильнее вообще как само животное слон. Не? Думаешь? Думаю, да. Потому что мне сказали, что вот этого бегемота пасть, она вообще мощная. А если вот так? Он сам не поднимется? А, вот так. Он понял. Батарея разряд, все, бегом пошли смотреть. Аккуратно. А, так что ж мы через деревья на него смотрели? Тут. Так, молодец, конечно. Он сейчас нырнул, его вообще не видно. С этой корягой. Да, походу он не вылезет. Нет. Ой, слон плескается там. О, пойдем, ты же хотела. Мы сейчас начнем. Он прям волну погнал такую. Оп. Кукуруза. Спасибо.
А он ни на кого не прыгает свое. Ты видишь его? Море без другого. Это он там тоже с этим, с бревном играет, походу. Да, ты знаешь, скорее всего. Ага, паре подкидывай. Коряга какая. Прикольно. Бедный слон. Деревянные игрушки. Да, это с игрушкой фиксим. Ему бы резиновую уточку поплескаться. Думаешь? Желтую такую, знаешь. Ой, почти вылез. Сейчас залезет опять, как только мы подойдем. Ой. Засранец. Ой, свинюха большая. Саш, все, бежим к обезьянкам, у нас 10 минут. 10 минут, чтобы увидеть обезьянок. А интересно, как они всех людей выгоняют после 6, если все после 6 тут еще? Мне кажется, что касса не работает после 6, а зоопарк должен работать. Так, нам сюда. Ну не может же он работать круглосуточно, значит как-то выгоняют. Включают объявления там, ребята, давайте. Слушай. Я вот не помню, давайте зайдем на всякий случай, потому что раньше тигр, гиена, зебра. Мне почему-то помнится, что раньше обезьяны были здесь. Но я могу ошибаться. Ну вот. Там дальше тигры, не, да? Нет, все, я понял. Да, идем. Правильно. Они как-то в части в той вот так отделены. Угу. Ребята, 10 минут, мы успеем. Я не зайду за обезьяну. Тормозни поезд. Доедем быстрее. Ребята пишут, там будет зеркало. Но если мы бы шли на приматов посмотреть, то это было бы оправдано. А это интересно, пить можно? Нет, тебе дать воды попить? Нет. Ладно. Да. О, нет, я бы уже у нас уже 9 минут. Мама скажет, что после ребенка нужно. Зомби 17 евро. Здравствуйте, а вы не подскажете обезьяны, в какую сторону? Прямо и налево спуск на озеро. А, спасибо. Я понял, все. Сейчас будет обезьяна. Правильно обезьян показываешь. Нужно так вот. Нет, я не буду так делать. А то мне точно обезьяны нужны. Слушай, а смартфон у тебя не подключается к зарядке, пока он в кредле стоит, да? Снимать надо. Снимать селфи-паспорт, покажем эти. Так, потом налево сказали? Угу. Налево, и там озера. Ух ты ж, ежик. Чё? Вы видели? Вот это вот после 2 часов держания этой палки. А что там? Рука. Тяжела работа стримера. Аж пальцы свело, ёшки. Нормально. Давай мне, я тебя подменю. Да я сменю руку. Все хорошо, беги. Куда бежать? К обезьянам. На волю. И пока держишь, вроде бы не чувствуется. А вот пытаешься потом пальцы разогнуть. Вот сюда. Я к свиньке. А он убежал, а он совсем далеко теперь, да? За деревьями. Рогатый! Он где рогатый? Олень Давида. Я же ради него сюда пришла, его нету. Я хотела рожки потрогать. Ладно, пошли к вот это вот не он там вдалеке? Да.
Вон там вот. Да, вон, походу. Ну, мы к нему никак не... А вот там дальше олени с рогами. Мы будем возвращаться все равно мимо них. Если успеем, то увидим. Не-не-не, здесь часа на 4 можно зависнуть, если не спешить. Кафе, ребята, заброшенное кафе. Серьезно? Это еще времен совка. Да. Вы какие-нибудь когда-нибудь видели буквы такие вот? Фламинго. Олесь, знаешь, что в Киеве когда-то проходила Евро-2012? Нет. Польша и Украина вместе проводили футбольный чемпионат Евро-2012. И в Киеве, во Львове, по-моему, в Днепропетровске, где-то еще проходили матчи, и половина проходила в Польше. Вот. И в Украину под это дело приезжали иностранцы. И этих иностранцев нужно было где-то расселять. Ну а где расселять футбольных фанатов? Короче, видела Труханов остров посередине Днепра? Там есть заброшенная советская база отдыха. Она прямо заброшенная. Там деревянные домики, облупившаяся краска. На некоторых домиках... Расселяли? Да, причем за деньги. Да ладно? И они были счастливы, потому что там до сих пор осталась статуя Ленина. Вот эти вот вымпелы комсомольские, знаешь, и они приходили, смотрели на все это, как на диковинку. А мылись, короче, у них ставилось ведро с трубкой повыше, и тряпка такая на трубе, и они за этой тряпкой мылись из душика. Капец. Так, мы куда идем? Где обезьяны? Наверное, прямо. Прямо, спасибо. Вот. А почему им это все понравилось? Потому что в Киеве очень дешевое пиво на их деньги. У нас стоило совершенно каких-то смешных денег. И они его пили просто ведрами. По-моему, шведы приезжали. Там жили шведы, пишут. Да. Шведам норм, они до 1960-го в лесах жили, как дикари. Я уже устала. Ребят, смотрим обезьян и это... Может, лучше спросить? Здравствуйте, не подскажете, где обезьяны тут должны быть? А мы сами. Наверное, здесь по кругу. А внутри там птицы или? Это бесполезная карта. Ага. Ну, там тупик. Давай поедем. Пойдем повыше по кругу обойдем. А подожди. Да. А вот что такое. Это не шведы, кстати, под Полтавой в свое время неплохо погуляли. Ты не помнишь из истории? Вот смотри, вон там они. То есть это нужно. Они что, закрыли все? Пойдем посмотрим. Вот еще сова. Или нужно через это здание пройти? Это птичник вообще, по-моему. Здравствуйте, а не подскажете, где обезьян можно найти? Обезьяна вдоль корпуса дальше. По этой же высоте просто обойти, да? Да, и до конца здания там обойдете еще пруд, там будет еще. Ага, дальше. Я понял, до спасибо. Понял. Успеть за 60 секунд найти обезьян. Так, когда пикнет 10%, скажешь, стабилизатор снимем, поставим на заряд. Ну тут уже совсем мало осталось. Ой, обезьяна, я нашла. Смотри, а здесь фламинго.
белый фламинго, дитя зака... Или как там? Угу. Здесь танцевал когда-то. Красивые такие. Идем, идем искать обезьян. Ух ты, это что такое? Смотри, оранжевое, видишь? Какие последние небеса? Так, ребят, сейчас я заберу уже селфи-палку и... Бережно, небезпечна тварина. Небезпечна тварина. Ого. Ух ты. Я заберу сейчас селфи-палку и поставлю себе на заряд. Так что ты наконец-то... У тебя ручки отдохнут. Его трусить будет капитально. Ну что теперь? Пойдем обезьян смотреть? Пойдем сейчас, конечно. Только без селфи-палки. Все, давай. Че ты смотришь там? Отдай. Отдай мою, отдай. Все. Так, держи, себе. Нет, держи. Держи, держи, держи. Мне нужно выключить его. А потом достать. Аккуратно, ты помнишь? Так. Прицел не сбиваем. Кидай. Так. Так. Подержи 5 сек. Держу. Вот так сейчас закрою. Слушай, доставай мне бесперебойник, я его поношу. Не-не. Доставай. Я вот так уже делаю. Не, я уже все, все, отдай. Все, спасибо. Я тебе не доверяю. Отдай! Ладно. Он у меня хотел телефон украсть. Через голову. Руку. Ага. Так, нормально тут? Все. Короче, если у меня когда-то пропадет телефон, имейте в виду, кто его украл. А, теперь же показывать нельзя, все, не буду. Так, лемурчики. Вот, кстати, лемурчики, это те, которые рис едят? Нет, или это, подожди, а ли, это лори, нет, это лори. Так, сейчас я могу хоть наконец-то прибавить яркость. Блин, через клетку, наверное, ни хрена не видно, да? Рис едят китайцы? Какие жопы. Лори, это лемуры есть? Это черный мангобей. Он называется крестик мангобей. Мангобей? Это черный мангобей. Мартышка. Это я, походу. У тебя только одна батарея? Может, селфи-палку тоже на заряд поставить? А, нет. Я уже потом это буду, наверное, в офисе, потому что там уже и упадет стрим, потому что мой трафик кончится. Вот. Им кто-то игрушку дал, смотрите, там игрушка лежит. Гиббон. Здесь где-то большие должны быть. А где гориллы черные? Здесь же, вот я помню, мне кажется, вот здесь были гориллы. Нет, это не гориллы. А тут горилл нету? Ну, больших обезьянок. Есть на острове. На острове что? На острове Зверей. Это, наверное, там. А? Там где тигры, львы? Вот я же говорил, что там. Ну ладно, на обратном пути тогда зайдем. Так, там птицы, мы туда больше, мы туда не идем, да? Там делать нечего же. Ой, там какое-то озеро. Пойдемте на озеро сходим. Пока нас не выгоняют, ребят, мы постреляли животину. Вот. Олеся укачивает вас. Ой. Ну, ладно, сейчас селфи-палку еще на зарядку поставим. Белый павлин. Угу. И черный. А черный это кто? Это ж не павлин, просто какие-то гуси. Черные могут быть лебеди, но они что-то мелковаты. Тут тоже через час домой прервется на безлимит. Нет,
Юры нет, тут не из-за этого упал. Ребят, стрим падает, потому что каждый час, вы посмотрите, у нас каждый час стрим пал. Это Киевстар. Он обламывает нам каждый час интернет. Вот. Все, если там птички, то я туда не пойду. Пойдем еще обезьян больших искать. На обратном пути. Там тупик? Там или там? Вот там, мы оттуда пришли. А куда идти? Туда пойдем. За озеро. По той стороне. Так это тупик. Нет. Нет? Ну ладно. Так. Поехали в офис Киевстар на разборки. А и что я им скажу? Они скажут, мы экономим свои деньги таким образом. И все. Какая веселая птица. Ты че не говори. Да, я поставила качество 480 со следующего падения, чтобы нам хватило. А что, сразу заметно, да, что качество хуже стало? Нет, там, там птицы. Мы сейчас... Тут выход? Это обезьяны. Мы здесь были же. А, мы назад вернулись, да. Правильно. Журавли японского. Где-то Витя, вон. Неплохой такой журавль. Видишь, у него красная шапочка на голове. Блин, ребята жалуются, что качество стрима хуже стало. Стало хуже? Ну, я потому что же тогда, помнишь, переставила, и он, когда упал... На 720? Да вот не знаю. Что, вернуть на 720? Ну, глаза такие черные. Там птицы, я не хочу тратить время на птиц. Ну, где-то же должен быть остров. Остров там, где эти крокодилы, мне сказали. Ну, в смысле, крокодилы, а где тигры. Тебе сказали, что не там, а где-то еще. Ну, я и помню, что там была какая-то клетка, только мы ее в этот раз не нашли. Так, сейчас я это перепоставлю на зарядку этот. Ой, спасибо. Сейчас селфи-палку поставлю. Держи. Нет, я подержу рюкзак, ты разбирайся. Так мне телефон нужно держать. Давай телефон. Только, вот да. Так, ты... Только не нажми тут на кнопочку красную. Хорошо. Все, я быстро. Так, вот это. Вот это. Где? Я смотрю, там прямо дофига барахла. Нет, там, кстати, очень даже сегодня удивительно мало барахла. Мне нужна... Я ложила. Так, пойдем туда сядем, потому что я не могу найти. Я несу. О, вот сюда упремся. Прям на какашки голубей. Ладно. Все, на, держи. Угу. Я предлагал сразу так сделать. Да ладно, это что, шутка какая-то? Не взяла? Я взяла. Я же вот это откуда-то достала. Блин, ну почему я такой идиот? Почему я всегда думаю, что я положила, но я ничего не положила? Я не заражу свою селфи-палку. Я думал взять батарею, а потом... Решил, наверное, у Лиски все есть с собой. Только получается, у меня нету USB-шника. То есть у меня там есть второй слот, но я не взяла USB сам. Шнурок? Да. Шнурок. Слушай, я посмотрю, но, скорее всего, нет.
Я выкладывал. Не, спасибо. Ну, какие у него вкусняшки. Он там шоколадки прячет. Груши, шоколадки. Вот это да. Груша одна, шоколадка тоже. Он, короче, придется себя, выбрать. Да? Нет, я гущу тебя давай чем-то грушу, одним. Давай грушу, давай. Все, я уже хочу грушу. Ребята, он показывает мне грушу. Вы давно этого хотели? Разворачиваю. Она в салфетке и мытая. Уже мытая? Фу. Прям как не помыла. Нет, ты любишь, конечно, не мытая, но она была уже помытая. Так, главное... Извини. Что... Извини, нормально все. Ребят, груша. Груша от Дарьи. А вкусно? Это конференция, да? Сорт? Нет, по-моему, аббат называется. Может, тебе дать билет хотя бы? Нормально, я приду, постираю. Прекрасно. Слушай, забыл сидушки. У меня есть туристические сидушки, они нормально в рюкзаке носятся. И на них можно везде сидеть. Окей. Если было холодно, это было бы плохо. Как хорошо сидеть. Он такой педантичный, капец. Наверное, наверное, если бы у него была бы такая девушка, как я, он бы ее на следующий день бросил бы. Угу. Ой, кровь потекла. Ну капец, все, болячку разбил. Все в крови теперь будет. Дать салфетку? О, пластырь дать? Нет. Будет у меня груша с кровью. Сейчас, ребят, доем. Вкусная очень груша. Сидят такие два. Что, они пишут про меня гадости, да? Я не успеваю читать. Ребят, медленнее пишите. Ну да, да. Пирожки с капустой. Они где? Они у нас. Там? Это можно было осликам отдать. Перебьются. Ну, в смысле, а шкурки? А где тут мусорник? Похоже, везде. Вон. Олеся бережет природу. Выкидывает все в мусорник. Надо же. Потому что то, что производится самой природой, мне не жалко выкидывать. Я могу листики выкинуть, там, кожурки всякие от семечек. Блин, кровь до сих пор течет, нет? Нормально. Все, пошли. Я подкрепилась. Хорошо. Отдавай мне. Да все уже. Я хочу чатик видеть. Я второй телефон, теперь я знаю, что я не заряжу. Я сейчас попробую шнурок. Блин, ну, по-моему, все-таки я его не делал. Я буду аккуратна, я не буду тебя снимать. Давай. Нет. Ну, пожалуйста, отдай. Он у меня телефон забрал. Ребят. Sorry. Скажи Диме, чтобы он телефон вернул. Оп. Верну на выходе. Нет. Ну почему? Я хочу чай. У тебя второй есть. У меня там батарея садится, она должна быть зарядником. У меня был. Все. Все. Отдали. Стой. Отдали мне. Держи. Да, в рюкзак? Да. Куда-нибудь там вот большой. Тогда стой. А. Есть. Спасибо. Бей его по груши. Да грушу съела, не почему бить. Так, все, ребят, мы поборолись, и мы забрали телефон. Главное просто аккуратненько
чтобы мы никого не... Фу, чатозависимые! Фу! Стример, чатозависимый! Фу! Фу! Так, нас никто не выгоняет. Вот там вот вольеры есть, видишь? И вот там может, могут быть что-то... А давай спросим его тут. Ты мне будешь рассказывать? А вы не знаете, где гориллы? Тут или где-то? В террариуме там наверху. В террариуме наверху. А мы там ходили и не нашли. А мы есть, вовнутрь есть. Не заходили. Да? А подождите, это там, где львы... Да, львы да. Там львы, и... только вовнутрь. Поторопитесь, потому что они уже будут закрываться. Я понял, спасибо большое. Короче, все, ребят, там, где чат не ловит. Где интернета нет. Ну, тогда обезьян не будет. Там каменные стены, там не пробивают. Киевстар. А чё он так стесняется-то? Не знаю. Покажи этого перца. Ну, здрасте, вы чё мне весь чат мне этим заср... Ладно, ёлка. Кто нас не выпустит? Спроси у него, персиков нет? У тебя персиков нету? Нет, не, говорит, ну, говорит, нету. Боится, что Юра его вычислит? Не, вряд ли. Олеся купила камеру... Крутила камерой... Что? Где горилла? Нет горилла. Ребят, там, где горилла, мы зашли, и у нас там упал стрим, там не ловил интернет. Поэтому горилл мы вам не покажем. Мы идем на выход. Зато у Олеси есть персик. У меня дома был персик, и то я его сожрала. Кстати, очень вкусно. Мне даже больше нектарины нравятся, чем сейчас, которые персики делают. Ну, в смысле, не делают. О, это наверх подниматься сейчас, как тяжело будет. Как мороженка едят. Ой, вату сладкую. Так, какой бунт? Что? Олеся, если будешь... Бежать Дарья, я приеду, разберусь. Если Юра будет обижать Дарья, я приеду, разберусь. Да что за прикол? А что они у вас сейчас это, главные герои чата? А я? А почему вы про меня не говорите? А будет Олесю обижать, кто приедет? Что вы за него-то беспокоитесь? Что они все за тебя-то беспокоятся? Вы достали. Ой, а тут красивые уточки. Спускаться к водоему запрещено. Ага, понятно. Запрещено, говорят, спускаться к водоему. Сколько шагов на это полосе? Сейчас глянем. 12353. Так, самое сейчас распространенное сообщение. Олеся кого хочет, сама обидит. Что-то вы какие-то слишком про меня плохо думаете. Ой, вторая плывет. А это девочка и мальчик, интересно? Скорее всего. Они живут обычно парами. Вы пара навеки, лебеди? Какие классные.